А у нас на пиар-вечеринке ТВ «Шанс» новый гость. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей Мачуляк. Я режиссер, продюсер, оператор-постановщик, руководитель проекта художественного фильма «Театр не для всех». Сейчас идет производство тизера, идет разработка сценария. Скажите, пожалуйста, вы вообще в первый раз на подобного рода вечеринке или уже принимали участие? В прошлый раз я принимал участие в пиар-вечеринке «Актер». Да, первый раз вот у вас здесь. Скажите, ну и как режиссер, вообще вы замечаете для себя каких-то новых интересных людей? Очень много замечательных людей я уже увидел. И надеюсь, они будут принимать участие в моем проекте. То есть у вас есть какие-то предложения для новых участников наших пиар-вечеринок? Конечно, есть. Хорошо, а скажите, пожалуйста, может ли быть такое, что человек и пишет музыку, и пишет слова, и сам еще замечательно исполняет, или все-таки что-то одно у него будет получаться лучше? Вы знаете, за других говорить не буду. Вот я являюсь и режиссером, и оператором, и продюсером, но когда делаешь что-то серьезное, нужно быть или режиссером, или оператором, или продюсером, или очень большой должен быть подготовительный период. То есть подготовить тебе нужно проект как режиссеру, как оператору, как продюсеру, и только потом запускаться, и все равно тебе нужно будет находить операторов, которые будут снимать так, как тебе нужно, по твоим разработкам. Согласна. А скажите еще, пожалуйста, вот что вы можете пожелать артистам, которые только-только делают свои первые шажочки на пути к продвижению в шоу-бизнес? Терпение, веры. Самое главное – это вера, терпение и энергия. Желаю здоровья, чтобы была энергия. Без энергии никуда не пробиться. То есть, каким бы ты ни был, но энергия – это все. Спасибо вам огромное. Желаю вам сегодня приятного прослушивания. Надеюсь, что наши участники, наши гости порадуют вас своим исполнением. Спасибо большое и вам удачи. Спасибо.